вал, может быть. Сколько у меня есть пулек СП-6? 370 пулек. Ну, на один рейд хватит. Давайте с валом сходим. Что это, G36? Граната. А, это мне было? Это нормальный чел вообще? Блять, там еще один пробежал. Ну вот уже ствол нагрелся, он уже сейчас заклинить должен, по сути. Полтора магазинчика всего лишь было отстреляно. То есть вот сейчас бы третьего я уже не убил, да, по сути? Он бы заклинил уже. Получается так. Серьезные тут ребятишки. На БПшках? Что, блядь? Металлу заходит. Магазина. Что это такое? КС-23? Еще один на магазине и один у нас тут. Так, инфа прошла, уходим. Ой, хорошая.
Олег. Фанаты надо. Что, блядь? Ля ты крыса, а? Прыгает кто-то куда-то. Бот с первого зашел. Спокойненько идет. Так, а где челик тогда? В смысле, бля? Где он прыгает там? Это бот. А, стоит. Стоит. Окей. Так. Геночка, Геночка. Это как будто хочется ее забрать. Ладно, там аптека была больше, хрен с ним. Так, ЦМСки давай заменим сюда. Так, в общем, будет. Кто тебя убил? Рсаска? Блять, а рсаски-то что-то я не видел. Пойдемте-ка в обход. Ой, я уж и не помню, что там было-то даже. Столько киллов каждый день происходит. Да, 5 типов. Норм, норм, пойдет. 806 поглощено броней. СП-6, и прикиньте, 52 попадания, кстати.
Оптики-то нету. Ящики лутают. Подо мной один еще есть. Ай-яй-яй, в пол попал. Кстати, как ребята ходят на первом этаже, ноль звука абсолютно. О, это опять те ребята, походу. Один там был с никнеймом «Мне похуй», другой был «Мне не похуй». Там третий был, мне тоже похуй. Чё-то такое. Мы их убивали уже, я помню их. Вот, а мне не похуй, я же говорю. Я же говорю, это они. Куда ты там пошел? Коряво кинул. О, идеальная зашла. Чувак лежит. Справа-то кто ходит? Вот он! Слушай, у меня тут вроде хорошая хаешка зашла. Я взорвал? Нет. Эх. Эх, жаль. Могла бы и взорвать. Проц на все... ваты или про что-то? Там автонастройка стоит. Как она там называется? Типа умная вот эта, знаешь... Как хочет, он столько и добавляет, когда ему надо. Так, Людовик там какой-то, блин. 14-й, наверное. Короче, у тебя проц. Когда ему, ну, типа, прохладненько и по кайфу, то он сам добавляет частоты. Сам добавляет себе вольтаж. Короче, кайфует, короче, как только может. Бегает. А если, ну, ему жарко, все дела, то он не будет перенапрягаться, так сказать. Там какой-то пистолет у нас, что такое?
Редут. Блин, редут бы я угнал, конечно. А, так, надо сейчас сделать. Чат, сервер минусанулся или стрим минусанулся? Напишите что-нибудь, пожалуйста. Походу, серверу ковзда. А стрим живет? Сервер, да, минусанулся. Бляха. Ну что ж, Alt F4 придется перезаходить. Скорее всего, нас сейчас просто откатит на начало рейда, я думаю. Но я попробую вернуться, если не пустит, значит надо покидать. Нет, сервер упал окончательно. Что долго грузит. А, да? Вал. Большой пролом. Дробовик. Я его не вижу. Убил. Вал в упоре. Живой? Да, он нет. Не поняла. Откуда он взялся? Он же на огне опасно был. Это другой вал? Хилиться долго. Заходи в магазин сейчас. Нормально. Блин, мне четко казалось, что вал был гораздо дальше. А он у меня за спиной уже оказался. Что за фигня? Подходит к ней, как не опасно. Я поводу. Флешки. Холм за душкой. Господи, бот, ты что, не умираешь? Магазин забагался, что ли? Тут наших бьют. Господи. Да. Что-то так много, то, что-то. Не знаю, я уже пятерых убил, еще там есть. Крапива, два бомжа, заходит на малую. Один минус. Второй под малую бежит с мосинкой. Ты где? Иду под малую. Да, там за нее зашел массенист раненый. Заходит на крышу. Вышел на крышу. Убей его, я патрон докину. Ну да, встал. Шаги. Трёшка. Да, трёшка, но чесноком пойдет. Этот прыгает где-то. Трёшки. Граната. Он, кажется, туалет ближе к магазину. Посмотри с холма. Угу. Не висит там он с него. Не вижу. Пацан готов! Давай, мочи! А вот он! Ты
Блин, там елка такая стоит, она вот весь туалет за... Металл спускается к магазину. Вышел на улицу. Оу. Очень странный. Спрячься пока что. Какой-то странный чел. Да, вон 4 часа, 4 часа в игре, а не 11 кд, беги. Я поняла, да, он по мне уже пострелял. Я пошел. Окей. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.